Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада приветствовать вас на моем канале. В сегодняшнем видео покажу вам мои новые заказы с AliExpress и с других интернет-магазинов. Так что располагайтесь поудобнее, будет много всего интересного. Все ссылки в описании. Всем желаю приятного просмотра. Первое, что хочу представить сегодня вашему вниманию, это суперфен с AliExpress. Пришел он в такой расписной, разноцветной, яркой коробочке, которая, помимо всего прочего, еще и необычно открывается. Сам фен компактный, легкий, тонкий. У него очень стильный корпус. Инструкция идет в комплекте и две насадки. Одна для придания прикорневого объема, а вторая для линейной подачи воздуха. У этого фена очень эргономичный дизайн, сильный магнит. У него высокая мощность присушки, целых 1000 ватт. Весит он всего 390 граммов, он компактный и супер легкий. Он оснащен умным контролем температуры, прекрасно ионизирует, быстро сушит волосы, не занимает много места в ящике для хранения и, как заявляет продавец, разглаживает волосы. Упаковка мне очень понравилась, шнур его длинный, круглый, он не будет закручиваться, заматываться. Качество материала здесь на высоте. Итак, давайте, конечно же, протестируем этот фен. Сначала я беру насадку для прикорневого объема. Я чувствую, какая сильная здесь подача воздуха, и корни я просушила очень-очень быстро на ваших глазах. Дальше я снимаю эту насадку, ставлю насадку для линейной подачи воздуха, беру свою любимую расческу, щетку от Tangle Teaser и начинаю просушивать уже всю длину волос, вытягивая волосы, делая их ровными, прямыми. Также на ваших глазах полностью я высушила свои длинные волосы насухо. И я была поражена, когда увидела, что мои волосы стали действительно гладкими, они перестали пушиться. Волосок лег к волоску, у меня никогда ни от одного фена еще не было такого эффекта. Хотя вы мне как-то в комментариях писали, что дорогие фены, очень дорогие, они действительно отличаются от дешевых фенов, что качество волос становится совершенно другим. И вот я на собственном опыте сейчас в этом убедилась. Действительно, качество волос изменилось с этим феном, и мне теперь далеко не все равно, каким феном сушить волосы. Следующий мой заказ, который хочу вам показать, с Wildberries пришел вот с таким подарком в виде карт. Это суперложка, которая помогает не только надевать обувь, но еще и снимать ее. Она продается в белом цвете, как у меня, и в черном. Состоит из двух вот таких частей, которые нужно собрать между собой. Стоимость этой ложки всего 660 рублей. Получается, она довольно длинная, удобная, то есть вам не нужно наклоняться, чтобы надеть обувь. Вы в стоячем положении можете спокойно это делать. Дальше я покажу вам, как легко я надеваю при помощи этой ложки абсолютно любую обувь. И также самая классная ее фишка заключается в том, что она помогает и снимать обувь. То есть не нужно теперь наступать одной ногой на пятку другой. Очень легко и удобно, опять же, не переклоняясь, можно снять с себя любую обувь. Поэтому приобретение супер нужное, супер классное, супер полезное в новую квартиру. Я очень-очень довольна. Следующее, что хочу вам показать, это такой свободный пуловер, оверсайз. Очень расслабленный, очень сильно раскатанный, из магазина Jair May. Выбрала я его в розовую полоску, также в оранжевую, зеленую, в черную и в синюю. Вы можете увидеть его у продавца. Размер выбирала самый маленький, S, и даже этот размер сидит на мне максимально свободно. Мне очень понравился такой расслабленный хулиганский стиль. Очень много продаж на этот пуловер, хорошие отзывы. Не указан здесь материал, но по своим ощущениям могу сказать, что он очень приятный. Качество вязки, качество пошива очень хорошее, смотрится классно. Если вам нравится такой стиль, то обратите на него внимание. Дальше хочу вам показать мой бюджетный заказ, который пришел вот в такой вот классной коробочке. Очень люблю, когда продавцы вот в таких коробочках доставляют свои товары. Они, во-первых, и в целости и в сохранности приходят, во-вторых, так классно смотрятся в них. Я заказала цепочку с имитацией жемчужинки. Причем можно ее в серебряном цвете выбрать, цепочку я имею в виду, а можно в золотом, как у меня. Цепочка здесь очень тоненькая, очень нежная. На одном ее конце находится цепь с делениями, то есть вы можете длину и посадку регулировать. Вроде такая мелочь всегда дополняет образ и нежным таким его делает. Поэтому тоже, если любите такие вещи, то присмотритесь. Очень хорошее качество. У меня эта вещь уже в носке более 2 недель, и ничего с ней не происходит. Помните, как-то видео «Собирайся со мной» мы с вами рассматривали вот этот набор масел блесков Lip Oil от Glow Me. Мы с вами тестировали их на моих губах, говорили о том, что у них универсальные оттенки в этом наборе, что они подходят абсолютно к любому образу, что очень красивый глянцевый блеск получается.
Вам эти масла очень понравились, мне тоже они понравились. Я пользуюсь ими теперь очень часто. И даже на ночь наношу их на губы, чтобы они напитывали, увлажняли губы. И в качестве повседневной носки мне тоже очень нравятся эти средства, потому что они смотрятся естественно, губы увлажняют. Они абсолютно не липкие, не растекаются и прекрасно сочетаются с помадами и карандашами. И я вам говорила, что помимо вот этого набора у них есть еще несколько оттенков, и мне безумно хотелось заказать еще отдельно вот такой красный цвет. Он уже не прозрачный, он насыщенный, он с красным пигментом, и еще плюс к этому с серебристыми блестками, поэтому должен очень красиво отражать свет. Я вам говорила, что это средство является бюджетным аналогом от Dior Lip Oil. У них очень классные дизайны, красивые коробочки. В качестве подарка такая вещь будет, мне кажется, просто замечательной. Можно и подруге, и маме, и сестре подарить. И мы с вами говорили о том, что один такой блеск стоит 900 рублей. Но если заказывать набор вот этих блесков, то получается 2100 за 3. То есть можно скооперироваться со своей подружкой, либо сестрой, с кем-нибудь, и заказать такой набор. И получится дешевле, если поштучно разделить каждому. Так вот, давайте поговорим об этом цвете. Он вот так вот выглядит. Он, видите, такой насыщенный красный, и серебристые блестки в нем расположены. Дизайн очень классный, красиво смотрятся они на туалетном столике. И здесь очень хороший объем, хватает надолго, и классные аппликаторы. Я специально сегодня накрасилась, но не наносила никакую помаду на губы, чтобы прям вместе с вами протестировать этот оттенок. Никаких лишних движений здесь производить не нужно. Из-за того, что форма и размер аппликатора вот такие. Буквально 4 движения, и уже блеск нанесен на губы. Я могу оставить так, а могу немного добавить. То есть можно наслаивать, и оттенок будет получаться более насыщенным. Это средство сочетает в себе ухаживающие свойства бальзама и декоративный глянцевый блеск, то есть два в одном получается. Мне кажется, оттенок очень красивый, мне вообще идут красные помады из-за того, что я блондинка. Очень красиво отражается свет. Здесь двойное отражение, да, идет, как я уже сказала, из-за глянцевой поверхности и из-за блесток вот этих серебристых, которые здесь в виде вкраплений таких. Мне кажется, очень красиво. Цвет такой классный, универсальный, но губы какими-то такими натуральными кажутся, да, будто бы они сами по себе такие красивые. Такого сочного оттенка. Оттенок, мне кажется, очень такой получился строгий. То есть такой классический красный. Не в коралловый он не уходит, не в бордовый. Ощущения самые наиприятнейшие. То есть вот нанесла, да, и не нужно ни карандаша, ни помады. Хотя, если хотите более насыщенный оттенок, то, конечно, можно губы карандашом заполнить красным. И тогда он будет более таким плотным. Ссылочку для вас оставлю в описании. На Wildberries этот блеск продается. Очень классный продукт, мне безумно нравится, теми пользовалась прям так активно, видите, уже вот этот использовала. Сейчас на выход буду и красным оттенком пользоваться, с удовольствием. Следующее, что хочу вам показать, это платье-трансформер с Wildberries. Прелесть этого платья заключается в том, что само оно вот такое лаконичное, строгое, классическое, черного цвета. Очень классно смотрится вот так вот само по себе. И к нему в комплекте идут два элемента. Это воротничок и это подъемник. Вы можете надеть их вместе сразу, а можете надеть только с воротничком или только с подъемником. И каждый раз это платье будет выглядеть по-разному, по-новому. Размер я выбирала 44, он мне идеально подошел. Все сидит так, как нужно. В талии. Просто тютелька в тютельку все сошлось. Длина мне тоже абсолютно понравилась. Я показываю вам это платье во всех его вариациях. Здесь действительно очень классный фасон. Выигрышно смотрится он на фигуре. Можно иметь, в принципе, вообще любую фигуру под это платье. И никакие недостатки не будут подчеркнуты. Очень люблю платье с такими широкими юбками, которые расширяются у талии. Здесь, кстати, длинные манжеты с рядом пуговиц. Тоже очень качественно все выполнено. На спинке этого платья находится потайная молния. И еще одна прелесть этого платья заключается в его составе. Здесь
есть 60% хлопка, 30% вискозы и всего 10% эластана. То есть на 90% это платье состоит из натурального сырья. Следующее, что хочу вам показать, это мой заказ с AliExpress, кроссовки, новые модели от фирмы BeautyToday. В черном они у меня цвете, вот такие сложные, такие красивые, с множеством элементов, из разных материалов, с классной шнуровкой, с высокой мягкой подошвой. Здесь есть вставки из натуральной кожи, есть дышащие вставки. Вообще обувь из этого магазина отличается высоким качеством, и носится она, конечно, идеально. Нигде не жмет, никогда ничего не трет, все садится так, как нужно, по ноге, и можно носить эту обувь не снимая и не уставая. Размерная таблица у них тоже всегда верная. Я в размере 6,5 их заказывала. Мне все прекрасно подошло по размеру, как и вся обувь из этого магазина. Следующее, что хочу вам показать, это пылесос ручной на аккумуляторе, который пришел вот в такой компактной картонной коробке. Собирать его нужно из нескольких частей, я вам все их показываю, инструкция идет в комплекте. Здесь, в принципе, набор стандартный, телескопическая трубка, которую вы можете выдвигать или задвигать, то есть длину ее регулировать по вашему желанию. Также находится основная часть пылесоса, основной блок, на котором находятся все кнопки, пылесборник, двигатель этого пылесоса и также три насадки основные, больше тут никаких не нужно. Большая щетка для того, чтобы убирать ею пол, либо я также диваны ею убираю. Дальше щелевая насадка длинная. И также маленькая щетка для мебели. Здесь причем внутренняя часть выдвигается. То есть вы можете либо щетиной пылесосить, либо гладкой поверхностью. Также находится в комплекте, конечно же, зарядный кабель. Собрать этот пылесос не составляет никакого труда. Он, кстати, очень хорошо держит зарядку. Ну и прелесть этого пылесоса, самая основная, заключается в том, что здесь мощность всасывания 21 килопаскаль. И этой мощности хватает для того, чтобы абсолютно любое загрязнение, абсолютно любой мусор этот пылесос в себя втянул. Я на полу специально рассыпала несколько видов круп, некоторые из них были достаточно тяжелыми, и пылесос справился просто на ура. До единой крупицы он все собрал начисто. И как видите, еще на основной его щетке находится вот такая подсветка, то есть вы в принципе можете в какие-то темные углы залазать и видеть, что вы там чистите. У вас в голове наверняка возник совершенно логичный вопрос: зачем я, имея робот-пылесос, даже наверняка вы думаете, что и не один, зачем мне при этом еще и ручной пылесос? А я вам отвечу. Для того, чтобы быстро собрать какой-то мусор, точечно, да, чтобы пылесос робот не гонять. И также для чистки мебели. Я всегда кровати, диваны все пылесошу обязательно, раз в несколько месяцев. Собирается всегда очень много пыли. И вообще я очень люблю делать уборку. Для меня этот процесс доставляет огромное удовольствие. Показываю вам все насадки в применении. Они абсолютно удобны, совершенно не нужно покупать пылесос с 10 насадками. Эти три вполне справляются со всеми задачами. Пылесос действительно мощный, действительно очень качественный, действительно всасывает в себя абсолютно все, от самой мелкой пыли до каких-то даже крупных тяжелых частиц. Он очень удобный, мусор из него извлекать также максимально легко и удобно, поэтому я здесь не вижу абсолютно ни одного минуса и на 100% могу его советовать. Дальше хочу показать вам мой заказ Сезон. Вот такой пуловер, который как-то был очень популярен на AliExpress, но некоторые продавцы почему-то брали вот эту картинку и шили этот пуловер из более тонкой такой полиэстерной ткани, а не вязаной. Я помню, что очень многие в самом начале вот попадались на этот обман, когда еще не существовало фотографий в отзывах. Это потом уже мы начали публиковать друг дружке эти реальные фотографии и уже прекрасно знаем, что покупаем, опираясь на эти отзывы. Я вам говорила, что очень многие продавцы с AliExpress ходят сейчас на Озон, и так случилось и с этим продавцом. Мне этот пуловер очень понравился, мягкий, приятный, теплый, уютный. В размере 46 я его себе заказала и ничуть не пожалела. Мне нравится длина рукава, нравится сам дизайн. И здесь действительно очень красивое качество вязки. И он абсолютно соответствует своей картинке. Ну и последняя вещь, которую покажу вам сегодня, это вот такое легкое, свободное, воздушное платье. Я надела его с кроссовками. Можно, конечно, с сапогами, с ботинками его надеть. И оно будет смотреться уже совершенно по-другому. Хорошо оно село по фигуре. Смотрится довольно мило. Мягкое, удобное, приятное. В нескольких расцветках оно представлено у продавца. В зеленом, в белом цвете, в синем. Я выбрала его в черной расцветке, в самой последней. Размер на мне M. Все прекрасно. Размерная таблица верная. Резиночка здесь в талии находится. Также на манжетах. И юбка здесь из нескольких ярусов состоит. По длине мне это платье тоже хорошо подошло. Если рассматривать материал близко, то можно разглядеть очень милые, нежные, мелкие такие сиреневые цветочки. Также мне очень нравится, как выполнена горловина этого платья. Ну вот и все сегодняшнее видео подошло к концу. Очень надеюсь, что оно вам понравилось и вы приятно провели это время со мной. Разворачивайте описание
описании, чтобы найти все лежащие там ссылки на товары, которые фигурировали в сегодняшнем ролике, а также были на мне во время съемок и премьерок этого видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оценивайте это видео, пишите в комментариях все, что вы думаете, но только положительное, либо, если это критика, то конструктивную. Следующее подобное видео уже не за горами, так что увидимся с вами совсем скоро. Всем до скорых встреч!